Так, ну чё, пошли снова за камнем. Ну, да? Нам туда, опять к ним. Может быть, еще наваримся на патроны. Все-таки я решил не рисковать, ребят, брать Беретту. Как-то слишком она на вес золота для обороны дома пока оставим, на всякий случай. Тем более там Ну да, 15 она патронов. 15-зарядная, да. Ну, конечно, блин, какие же они ублюдки. Почему ее нельзя крафтить? Ну это ж пистолет, ну ё-моё, ну блин, Ну это он жесть. заводской, они просто, видишь. Так, тихо. Чё? Там рейдит Смотрю. где-то. Нет, ну Reddit это там где-то, а я на нашу гору смотрю. Мне показалось, я кого-то там видел. А, Тоже идешь? нет, я пошел это дерево лутать. А, давай. Нам дерево, и тогда мы сможем дом расширять. А ты пока ищи шестеренку. Угу. Что ж, ребят, короче, мы тут налутали вот дерево, сейчас адекват там долутывает дерево. Целый ящик у нас камня и целый ящик у нас металла и сульфура. Кстати говоря, адекват у нас 6100. В общем, налутано. Сульфура. Да-да-да. Нормально, И, затащи. возможно, мы сможем сейчас с тобой все-таки бабахнуть этих соседей, потому что я тебе говорю, они там полые внутри, там дверей, ну, может, 2-3 будет, а нам хватит, чтобы этого взорвать. А сейчас я буду крафтить армированную дверь, заодно вам покажу скин. Так, а где эти шестеренки-то? А, ты сюда их В кинул? компонентах. Ну, где они? Вот они, 6 6 штук штук. там. Так, high quality у нас здесь. Ну и все, Так, у меня погнали. тело. У тебя тело? Слухом, Голое? да. Так, ну я пока все равно Попал. не вылазю. Вот. Хера себе, аж сюда Убегает, летит. ублюдок. Убегает? К нашему дому, не? Нет, вниз к реке. Вижу тебя. Попал, минус. О, молодец. Изи. А, ты неадекват. Нахрена ты неадекват написал? Да. На, Он русский что русский, ли? короче, да. На, нехер В там лазить. смысле, он в меня целится, я дерево лутаю, я должен... Не, чувак, не Иди, надо. смотри, скин. Он просто охеренный. Сука, сука, вот это в натуре Давай, на пиздатая с улицы. тема. Смотри, какая тема. Блин, еще бы стены бы этот скин. Вообще Зеленые, бы, да? ага. Не, ну ты просто прикинь, там всякие вот эти радиационные, это же все банально, это же жесть. А вот Ну, этот так-то реально да. классный. Это реально пиздато выглядит. Так и хочется этот дом рейдить, да? Угу. Но знаешь, на армаре он бы лучше выглядел, наверное. Да, давай заармируем. По А приколу. двойные не идут от цековские? Не-не-не, Нет, это только уже другая одинарная. херня, да? Так, все, ставлю печку, которая не ставится, твою мать. В смысле, туда не ставится? Она не ставится, да? Лол. Какого хрена? 2 на 2 не ставится? Подожди, Попробуй. что-то не так. Может быть, скала там какая-то конченая? Походу, да. Охренеть. Нет. Какого хера? Долбим фундамент. Фундаменты ставятся. Фундамента. Ну, фундамента им-то чё, им похеру. Кажется, у нас маленький перенос печки, да? Застраиваю. Так. Фух, затащили.
Затащили. Одна сплошная кромешная тьма. Мне даже страшно туда заходить. Сука. У меня есть факел. Так, ну здесь мы пока временно, да, можем установить полки. Вот здесь она и не ставится. Да, да, да. А у тебя да факел? Да ладно. А дай мне печку попробую. Давай. Сейчас, она у меня под лестницей здесь сныкана. Так, а, ну да, я уже побежал ее ставить. Тихо, на. Кто-то, кажется, бегает на улице. Есть у тебя факел? Ну, нету, давай. Да нам-то что, пускай бегает. Нам-то какая разница. А, отлично. На, чего? Забирай обратно. Блоки же. А, пошли шкаф разбивать. А, это животина у нас тут рядом бегает под дверью. Да. Ну все, я ящики под эти... Под камни вот это все поставил, и туда сейчас переношу весь наш лут с, так сказать, нашей небольшой буферки. Все, я все разложил, и все разложил более-менее в нормальном порядке. Вот весь наш лут. У нас, кстати говоря, три пешки, одна болтовка, огнемет, револьвер, беретта и три стака патронов есть. Что шумаки. Может быть эту? Чё? Башню сделать у нас? Не, подожди, сейчас под печку, стреляет. Под печку. Сейчас печку что поставим. Под печь? Да, я печку понял. Сейчас буду ставить и ее как это огораживать что ли? Что потому у нас что... по камню? По камню пока все в порядке. Все, пошел печку. Я смотрел, ставить. Там кажется меньше пол ящика. Угу. А вот building plan мне надо взять и чтобы я смог понять, как там. Ее огораживать. Так, я уже сам забыл, куда что положил. Так, я к дому подхожу. Давай. Что я тебе могу сказать, адекват? У нас все ресурсы рип. Вообще ни дерева, ни камня, ничего. Сейчас пойдем лутать. Да. А, шкаф авторизуйся потом в этом, в печной, короче. А, только с улицы можно попасть. Пока что. А, еще и арбалет плюсом. Дать тебе арбалет? Не-не. Окей. Фениксу тогда отдам. Так зачем, мы же с пешками пойдем. Ну, он любит с арбалетом тоже гонять. Или нет? А, не знаю. Так, все, крафчу НПЗ. Единственное, что видишь, проблемно. С этого забора подсаживаются, короче, к нам на крышу, а на крыше у нас две дыры. Надо, короче, второй этаж. Люки? Короче, да, лучше люки, а на люки нужны шестеренки, насколько я помню. Да, у нас их нету. Но у нас есть одна. Я сейчас посмотрю, сколько на люк надо. На люк надо... Где он вообще? А вот он. Три. Да. Блин, застраивать в дерево тогда. Пока что эти дыры. А, у нас потолок соломенный, лол. Короче, Феникса здесь посадить. На охране. А мы пойдем лутать. Ну-ка, шмальни. Нихера у нее звук. Это как ракета какая-то. Обалдеть. А я слышу издалека, как пешка. Попробуй. Кого попробуй, если мы ее достали, алло. Феникс. Ты не стрелял с нее, что ли? Я стрелял, но один. Я был занят немножко своей целью. А че он один-то берет? В смысле, я слышу, шмальника в меня. 52 хп, было 80. 5 кровотека. Нихера она жесткая. Он урона нести, да? Ну она вообще наоборот было написано, что она урона меньше, чем пешка дает. Патроны 9 мм.
Да. Норм, где да? вы его нашли, подожди, еще в аирдропе. В потемках, блядь, да. Добились за ним. Просто пиздец. Блин, так ну, красиво у меня. Звук у него жесткий. Гербарий растет. Да, он вечереет, вижу. Да уже темнеет. Нормально так. Ебать, у вас сульфура тут вообще. Это все было не один, блядь. Я там так, 1500 налутал. Но ребятам же надо снимать видео. Да. Папка работает сутками напролет. Так, давай. Вот, пошла родимая. Вот это ты полутал. Что там, кстати говоря, спокойно? А ты где лутал-то вообще, возле РТ? Да, да, слева от РТ. Сейчас я костер поставлю. Да я там упиздил аж на эти как... Ой, антенна, блин. А, нихера, все, ты ушел. А, ну, да, отлично. Я и потерялся. Фень, сделай, пожалуйста, костер. У меня ж на крафте херово туча всего. И поставь его вот здесь, вот где-нибудь по центру. Ага. Вторая лампа крафтится. Угу. Давайте я скрафчу костер. Жесть, да? Вот тебе официалка. Просто никто не может нормально скрафтить, потому что он уже на крафте, да? Крафчу. Вот здесь вот адекватно где-нибудь. Угу, понял. Мы говорили скинуть кофту, то она выглядит как мешок с дерьмом. Не, уже проверяли. Да, не работает еще. Ждешь освещение. Рассвет уже сейчас настанет. Во, норм. Так. Ее как раз поставлю вот здесь вот. Ну-ка, гасим. Во! Вот это другой разговор. Закидываю в нее топливо. Там двадцатки хватит. Она будет вечно гореть. Нам и надо, чтобы она вечно горела. Угу. Пойду кофе заварю. Давай, давай. Так, и сюда. Во! Вот теперь хоть светло. Потом в эту. Надо будет. Это огород у нас, Феникс. А. Угу. Ушел в темноту такой. Нормально. Что-то тут да темно. Все, ставлю эту НПЗ-шку. Так, а может она как-то покомпактнее встанет? Во! Точно. Вот здесь вот идеально будет. Оп. Все, НПЗ-шка у нас есть. Так, теперь... Фень, короче, я сейчас задамажу стенку. А, ну я там посмотрю. Это та, которую нам надо будет выбивать. Я примерно понял. А у тебя нет инструментов задамажить ее? Мне долго бежать придется. Вот, все, все, все. Угу. Так, все, адекват рассвет. Нам с тобой зарезали. Угу. Да, да. Сейчас я все тогда возьму, пешку, хуешку. Угу. У тебя сколько? У меня 11. Ой, 11, 8 тысяч. Примерно. Раз, камня. 3, 4, 5, 6 тысяч у меня. Доброе утро. О, доброе утро, мастер. Я угадал. Ты с утра зашел? Да что такое? Враг. Мэтт, ты? Где? Переплывать сейчас будешь. Ага, все. Нормально. Ну, короче, на грейд всей этой бодяги мы с тобой точно набрали. Сейчас мастер эти спальник положил. Наверное. Не, наверное. Шестеренки нашел. Там точно. У меня сульфура 2000. Прикинь, а у тебя сколько? Да у меня мало. 1200. Ну, нормально. Почти четверо с тобой несем. Так, адекват, а ты скинул уже камень, да? Да. Я забираю весь тогда, я пошел грейдить. Ты прикинь, опять я где-то киянку посеял. А, тут в ящике есть киянка. А, в ящике там есть, да? А в каком? Не, в оружии. А, не в оружии или в оружии? В оружии. Ага, во, это, наверное, моя. Все, я пошел грейдить. А с деревом у нас как там... Адекват там что-то наносил, да. НПЗ-шку-то я поставил, адекват. Все путем. Угу. Пойду пошел за деревом, короче. Угу. Знаешь, что здесь мод сделать можно? Помнишь, как на одном сезоне ты прям где печная ставила, кукурузу растила? Вот смотри. По-моему, идеальное место это под грядка. Кукурузу. Да. Ну чисто под кукурузу. Ну да, чтобы рядочками. А там мы можем посадить эту тыкву, где печка должна была быть. А вот, коноплю да. будем растить на скале, где костер. Отлично. О, все распределили, просто. Там рейдит кого-то, может на антирейд сходим? Не знаю, сейчас адекват, хер вот тут что делать.
А тут стены нет? Блин. Да, тут стены нет. В этом и есть проблема. Сейчас пойдем зарез. Блин, это жесть, да. Я решил расширить домик, называется. Я думаю, что просто вот здесь будем жить. Именно вот тут. Где второе расширение пошло. Там у нас чисто буферка вход. Сейчас я закрою здесь дверьми нашу печку. И можно будет потом выдалбливать стенку. Чтобы выход к этой к печке был. Мастер. Ау. Мы идем за камнем. Ты сходишь за компонентами? Ты же как раз в РХБЗ там бегаешь. Я как раз уже лутаю компоненты в РТ. А, ну короче, и бочки там все это раздолби, чтобы у нас побольше. У нас вообще компонентов нет. Все, пошли адекват. Мы пошли лутать. А ты, Феникс, где? Там, на горе, где мы лутали? Да, где-то там. Лутаю бочки все. Опа. Адекват. По-моему, кто-то пробежал, где кого я хочу рейдить. Пойдем чек. Да, там чувак. Он бочки долбит. Угу. Да это мастер. Во-во-во, сейчас откинешь. Это я прыгаю. А, это мастер, ё-моё. Чуть не завалили его. И молчит, главное. Партизан, блин. Давай, я пробую. Там ящик стоит медицинский. Давай. Я думаю, реально запрыгнуть. Может, я еще помогу? Давай, давай, чтобы я не скользил. Выстрелил. Ой. Ничего себе. Давай пока. Ну, мы запрыгивали раньше на такое. Подожди, подожди. Ага. Сейчас, Феникс, просто волну поймать надо. А куда вы там подпрыгиваете? В окно. Волну поймать. Войдите в дом, тут какая-то херня. В какой дом? Смотри. Воу. Ага. Ёпта. Пальма. Я не могу дальше. Я давай, вижу, я всё, тебя толкаю. Там люк. Бонни, давай, он же не соскочит. Он на крышу залезет к нему. Давай, давай. Блин, я под тебя встал. Встал? Да. Ну все, дальше не получается. Феникс. Нет, я наоборот проползаю вверх. Ты всю жопу мне вытер. Вот, ты выше твой. Уже, смотри, мы его закинули. Да не, он на месте. Не получается. Блин. А вы меня не сможете подтолкнуть? Я пролажу. Ну я попробую, но... Давай. Скажешь, когда ползешь. Ну я ползу, я все время ползу. Я тоже толкаю. Давай. Сейчас. В окно у тебя все равно не получится, только на самую крышу, если. О! Почти. Блять, я вижу высоко. Это. О! Давай, братан, давай! Давай! Бонни! Ну сука, ну. О, мизинец сыграл этого Моцарта. Давай еще раз. Сейчас. Стой, правее чуть-чуть, вот так. Мне такое ощущение, что что-то мешает. Может, мне это дерево мешает? Я прям туда тычусь, но мне не получается. Может, про это срубу? Где? Там печная. Да вот в печке вот эти. Далась наверх. Блин, ну там, я тебе говорю, там реально как будто носком не хватает зацепиться. Да ты отсюда можешь попробовать, вот из этого дома в окно. Сейчас. Так. Я долетел. Воу. Ой, отсюда в окно нормально, мне кажется, залетишь. Ой-ой-ой. Ой, я выжил. Ой, у меня тоже хп печек много. Ой, помню, печек, ящиков. Как вылезти отсюда? Вопрос. Погоди. Да. Нет, вылезти-то мы сможем. Ясно. Мы выбьем просто эту. Блядь. Только если выбить стенку. С печки запрыгиваешь на потолок этот и стенку выбиваешь. У меня два топора и одна кирка. Все, спрыгиваем тогда. Так, ключ. Пусто. 1000 дерева. В ней металл. Мы выберемся по-любому, потому что и топор можно сделать, что угодно. Так. Это я все соберу. Да, давай. В спальнике что написано? ЕВВ. ЕВВ. ЕВ. ЕВ. Разбиваю. Блин, нам бы наверх попасть. Так погоди. Подожди, а тут шкафа нет? Вылезти можно. Нет, есть. А где он? Не знаю. Тут нету внутри этой будки шкафа? Не знаю. Можно вылезти. В самом доме, наверное. На... Да, вот так. Подожди, ладно, я спальники разбиваю. 90? Так. Да. Ой. Ну а там сколько хп оставалось? Блин, а как в окно-то залезть? Хватит. В окно-то нереально залезть. Ну если... Выше находишься ты. Только с крыши, если взрывать. Так запрыгнуть в окно. Ну как ты запрыгнешь в окно, если оно... Это нереально.
Нет, забей. Это нереально. Почему? Ну пробуй, но ты только хп потратишь. Блин, просто сильно разбиваешься, когда с пристройки прыгаешь. Да вот же. Да-да-да. Надо что-то по хпшкам делать. Поднимите, я тут маленько прилег. Ты, надеюсь, ты не умрешь. Почему? Когда ты увеличишь на высоте. Не, не должен. Короче, я что предлагаю? Полутаться дальше и домой вернемся, возьмем и сихи заодно. Я думаю, Мэтт уже приготовит их. Сколько? Ну, нам на люк надо, по сути. На два люка. 8 ракет у нас труп хватает. А откуда у нас только труп? Ну, я. У нас 25. А, две трубы, такой мать, я сразу я. Я, блядь. Ну, 10 на граник и 15 у нас на ракеты. Да, блядь. Угу. Я мастера не узнаю. Так, скидываю. А можешь, пожалуйста, дверь железную двойную крафтануть? Хочу лут закрыть, чтобы как-то поспокойнее мне было. Сейчас, подожди, мне отожраться надо срочно. А то я сейчас тут и умру на глазах твоих. Все, я сихи взял 4. Вот, мы с мастером выдвигаемся. Ты где, мастер? Здесь, на выходе. Ну все, я уже спустился через крышу. Выходи. Пойдем. Правда, еще. В смысле, кто киркой ударил? Ты за домом, что ли? Да, за домом. Так что, вы с печки прыгали? Да, да, с печки. Но прям выбили в самой где? Крыше. Не-не-не, нигде. За то, что выбили это. Выбили мы уже подсад можем без хп делать, ну, без траты хп. То, так что не лишним было. Так, это Феникс там на крышу, да, прыгает? Да, да, он прыгает, чекает этого хера. А он где? На воде? Остается, он на воде? Нет, нет, нет. В доме в этом? Вот соседний. А, соседний? Следующий, да, третий дом. На, адекват. Скидываю. Давай. Мясо тебе надо? Не-не. Ну, давай. 4 куска тебе дам. О, отлично. А ты 8 бобовых взял, Бонни, или как? 4. Люк разбить. Два же люка говорили. Один. Один. Давай, мастер, подсаживай. А здесь становись. Нам наверх, Боня. Да, я что-то за это залагал. Мозг мой. Так откуда прыгать? С самой крыши, да? Да, да, с самой крыши. Отсюда на печку. Ага. Да это я помню, да. Жесть, как это сделать? Я полетел. Ну зажги факел. О, есть! Я запрыгнул! Отлично. Ну, я видел хорошо. Вот это жесть. Так, 2000 металла, 2000 камня, 2 шкафа, дверь. 1000 дерева и люк. Ребята, я смог. Я смог запрыгнуть, твою мать. Боже, сколько-то. Ой, враг! Вижу, на доме. Попал 2 раза, 3 раза. Минус. Убил. Мастер, ты прыгаешь вообще, нет? Жду вас тогда. А, болтаю сейчас этот ящик. О, вот он. Шкафы заберу, нам дома пригодятся. Выбил. Так, адекват, ты здесь, да? Тогда все, да. Отходи, я взрываю эту херню. Угу. Главное не отлететь самому, чтобы она сразу не взрывалась. А давай мне тоже эту сишку и будем вместе накидывать. А, одновременно? Одновременно, точнее? Да, да. На. Только подожди, я подожгу ее. Оп, подобрал. Давай, готов? Давай, говори. 1, 2, 3. О, прикольно, кстати, держит, кидает. Не так, как раньше. Ну да, накидал сразу их. А-а-а. Надо время. Давай. 1, 2, 3. Ну, по зяде. Сейчас готовьтесь, могут пробежать на антирейд. Сука. Зажег. Угу. Выбил. Сука, так и знал, что будет двери в упор. Ну, а перевернутые. Вот, нет, лут, вон есть. Да? Спрыгиваю. 2, 3 ящика. Так, камень. Так, 2,5. Топливо. Пусто. Дерево. Табличка. Бочка. Перевернутая стена. Вот эту стенку можно... А, она на выход, наверное, да? Вот, вот. А вот здесь у него шкаф, да? Нет, смотри-ка, там дальше. Ой, у него же большое помещение. Давай, короче, спускайся, попробуем выбить вот эту херню, вот здесь вот, дверь, и делаю, короче, кирки, посмотрим, что там. Так, сейчас я этот... Дерево заберу сейчас с этого ящика, и тут 8 мяса есть. О, это хорошо. Камень, но оно у меня не жареное. Нет и полно. Оно не жареное, костра здесь не стоит.
дерево 95. Во, пойдет. Тебе дерево надо? Давай. Оп. А у тебя что с кирками, не крафтится? А, у меня металла нет. О, адекват, у нас чисто на 8 кирок. Да? Да, чтобы выбить стенку. Ну, у меня половина кирки есть, но у меня еще есть камень и дерево. Так что, если что, копьями там. Так. Не хватит. Сейчас я спальник разобью. Что будем разбивать, стенку или дверной проем? Да я думал, лучше стенку. Нету. Чего нет? Это же на выход. Ну, в том-то и дело, что вроде как и на выход, а вроде как мы и не знаем. Здесь только взрывать с этой стороны. Мэтт, надо будет 4 сихи этих бомжи. Смотри, я именно вот про эту говорил, стенку. А, туда? Ну, это давай на попробуем. Выход, а там я не знаю, что. Давай может, попробуем. Просто буферка. Так, коробка. Коробка. Да, центровая система тупо. Угу. О, ящик. Так это. Копья и РХБЗ. Нам проще стенку вынести же, правильно? Или лучше все-таки потолок? Два. Наверное, все-таки лучше потолок. Ну не то чтобы. Подожди, ты сказал, что армированная. А, там дальше ты сказал армированная. Да, армированная, вот именно. А почему повреждено? Смотри, 378 хп. О. Значит, кто-то взрывал. Они после рейда типа восстановились или типа того, да? Потому а фундамент, что, судя по луту, нет, он фундамент целый. Нет. Ну, он целый, да, наверху лут-то был. Короче, все, подсаживай меня, я пошел за ракетницей. Давай. Жду здесь. Угу. Так, мастер, все взял, да? Угу. Пошли. А шприцов нет у нас? А? Кого? Шприца нет хотя бы? Нет. Не, пока нет. Будем надеяться, что этих возьмем. Пойдем, мне надо с речки еще попить заодно, а то что-то дехидрейшн тоже. Шлемака тебе не досталось, да? Я крафчу. А, крафтишь? Да ёб твою мать. Обратно денег. Что это было? Тут с печки надо запрыгнуть? Да, с печки на крышу. С крыши на крышу. Нормально. Так, ну да, я лучше туда подходить не буду. Хотел в окно посмотреть, думаю, это вдруг кто бежит. Так бы и вывалился. Сык. Опа, стоп. Вот и дверь. Ага, вот армированная дверь. Долби, мастер. Все. Угу. Пожалуйста. О, а у него пожалуйста. Ячейки, смотри. Если мы еще и выпрыгнем. О, да. И шкаф. Сделайте мне пристройку, пожалуйста. Ребята! Че, много? Очень. Очень много. 20 труб. 20 труб. Посмотреть. 20? Да. Мы окупились? Да. И причем 2245 пороха и 4000 сульфура жареного. Я еще не смотрел ящики в ячейке. В каких ячейках? Вот здесь есть. Вот здесь потолки застройте. Одна ячейка. Здесь потом... Не зря. Адекватно подстройку сделали? А, там тоже, кстати, есть какой-то. Адекватно сделайте подстройку, пожалуйста. Сейчас. У меня дерева нет. Угу, спасибо. Ребята, это вообще, это круто. Здесь вот по столу. В маленьком ящике 700 серы и 1000 дерева. Угу, забирай. А, там сквозная, понял. Да. High quality 39 только. 276 жира. Охренеть. Вот это топ. Нормально, да? 20 труб. Может, соседа есть смысл херачить? Того бомжа, который вылазил? Ну да. Не знаю, сначала надо отнести это. Давай сожжем. Вот, следующий дом, сосед который, да? Подождите, нам надо сначала лут вынести. Вы уже там рейдить, убивать. И мед же есть. А зачем выносить, пусть он здесь и будет пока? Кто? Лут? Нет, надо домой отнести. Так, забираю дерево. Так, high quality 150 high quality, йоу. А, еще там 150 было? Не жареный 122. Мастер. Ау. А ты не выложил ткань дома? Не знаю. У меня 90 тканей. Ну, у нас косарь ткани ушел куда-то. Мастер, у тебя ткань, что ли? У меня 200.
Ты брал мне 150, там что-то где-то так, 200. Да. Не знаю тогда. Ну, у нас нет. А, я еще одежду крафтил, всякие херни все. А, это, сейчас я разобью спальники им и застроим их шкаф. 90 топлива. Гердонка? Фуловы. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Откуда? Антирейдеры пришли. Два фуловых. Попал два раза. Минус. Попал два раза. Попал два раза, хорошо, минус. Все минус. Бля, вот теперь места нет, наверное. А на печке кто? Блять, два я. Феникс там. Два хп, сейчас спану. Так. Пять. У вас мясо-то, вы отъелись, к костру идите. И бинты там здесь лежат. Жарится, и бинты здесь лежат. В ящике, в большом, лекать. Так. Ё-ё-ё. Вообще нормально. Ну, они сейчас опять придут, наверное. Если да, поэтому дать... побыстрее там надо сваливать отсюда. Пойду к ним спущусь. Ну так ты не отхилился, куда ты пошел-то? Добью его хотя бы. Я спускаюсь тогда. Оп. Все, что, я шкаф застроился? По мне стреляют с этой, с берданки. Отступаю, он за домом того бомжа. За ним. Ага, понял, он прячется. Да-да-да, он контролит трупы. Хедшот дал, минус. Все, убил его. Патроны у них, шприцы, ребята, спрыгивайте, спрыгивайте, шприцы. Спрыгиваем. Есть. Есть шприцы. Сейчас я тогда шкаф застрою. Все, адекват, уходишь? Да. Берданку забрал. Взял шприцы. Ой, патроны у него тут так, 90 этих. Вместо билдинг-плена. 100 кловсов, металл. Пешку подберите. Где? Вот. Вместо бинтов. Подобрал. Угу. Все, ребята, валим отсюда. Валим. Сейчас надо ткань забрать. 200 жира. Отлично, можно, можешь мне скинуть, я со стаку у меня есть. На-на-на. Давай. Все, уходим. Все? Все вышли оттуда? Нет, я еще шкаф хочу застраивать. Шкаф застраивай. А у тебя есть стрессы на это? Есть, есть, просто тут мешает ящик. Бежит. Минус. Есть еще пустой? Что там тебе мешает, мастер? А что ящик у тебя за лут, мастер? Поставить. Нормальный, пешки. Отсюда. Давай, быстрее тогда, ждем. А, либо кто в прикрытии может у него остаться, у меня самый да ценный я лут. Я с ним остаюсь. Все, пошли, Феникс. Я переработаю топливо тогда, возьму. Ты долго? А, все. Угу. Что? Попарно тогда побежим, что у меня самый ценный лут. Жесть, конечно. Воу-воу-воу, полегче. Так их трое было, да? Да-да. Угу. Пошли? Да, пошли. Стой тогда, ждем Феникс своих. Мы здесь прямо вот как выбежали, ну, поняли. Бежим, так и ждем. Идем, угу. А то как в фильмах. Я пойду проверю. Нам нельзя разделяться. Да, я пойду проверю. И потом труп обглоданный валяется. По одному или все выходят на улицу? Видим. По одному человеку. Кабан. Не забей, адекват. Какой кабан? Ну, жир состакать. Ага. Все дела. Понял. Да, через печку еще зайди. У нас такой фундамент высокий, жесть. Я же захожу. Вот, а я обхожу. Да у нас что-то оживленно стало. По мне попали с болта, охереть. Фу, я дома, я зашел. Безопасно. Охренеть. Безопасно. Ровно, блин, в жопу попали. На пол набрасывай. А, привет. На пол набрасывай. Ну да. А я в ящик. Ну вот. А там сейчас просто все рожи туда засунулись, так что там занят. Ну, это нормально. Фух, ебать, сколько лута я дрочу. Так, все. Пошел хилить у костра. Сходите этого потом, накажете, ублюдка.